Доброго времени суток, дорогие подписчики GameZone.co. С вами Эмин, и это рубрика «Давай поиграем». И сегодня я буду играть в кооперативе очень классную игру, заслуженную как одна из лучших кооперативных, Borderlands 2, с нашим гостем по имени Леонид Подолбели. Он мой близкий друг, и мы с ним просто жутко катаем в эту игру. Это будет весело, обещаю. А вот и моя сиренка подъехала. Начнем. Это Леня, ребят. Здрасте, мордасте. Да. Мы начали играть, и, короче, Леня, открой мне ящик. Четыре ключа, иди гуля. Нормально, открывай. Я свои-то израсходовал. Открывай. Чтобы взаимодействовать, подтвердите. А, хорошо, ладно. Ради братца. Да, несите. Так. Я взял этот. Верни мой сундук. Отдал обратно. Нет. Отдал обратно мой сундук. Ай, нет. Мой ключ. Я хочу бандитку. А я хочу простую. На возьми. Не получится же. Ух ты, я хочу. И выбери другую, да, блин. Я беру свою любимую тачку, ты готов? Говори, пи***. Да ладно. Нормально, дядя? Дядя, тыкве не нравится. Как человек води, дура. Вот что бывает, когда бабе даешь за руку. Вот куда ты едешь? Я хочу птичку попасть, а ты мне даешь... Не трожь почку. Птичку жалко. Жалко у пчелки в кофте, а тут пчелок нету, тут есть птички. Дядя тыкву выходит. Дядя хочет пострелять из своей новой куколки. Алло! Да что ты за человек? Дай пострелять из новой куколки. Дай пострелять, пусть меня шмаляют. Ух ты! Вот это куколка. Вот это пуклянка. Антонио! Тут хрень полная. На что мы тратим свою жизнь? подожди. За автоботов. Ничего себе чайный пакетик. Вот именно, за автоботов. А почему, когда ты прыгаешь, у тебя как будто ты мужик? Ты вот такой, как мужик. Пакетик. Главное тихо подойти и херануть на всей дуре. Куда убежал? Дядя тыква! Ку-ку! Вот так. О да. Как я красиво. Подожди. Я оставлю любовь позади. Ну что, Лёха, я хочу мясо. Лёха.
Лёха. Подожди. Веди меня на мясо. Хочешь культурное мясо или нет? Хочу культурно, не культурно. Ура, мясо! Блин, я прям как я. Вроде 15-й дорогу больше. У них огонь на них не действует, отпор идет. Скелет средневековье в фэнтези с автоматом. Отлично, я бы хотел такой. Вот это. Не вреба. А, извините. Но это сейчас. Я же говорил, надо давай будет вчера, это пройдем полностью квест. Нормально. Как бы мы с рыцарями долбились, которых хрен убьешь. Нормально. Которых берут, метают в себя меч. Fuck that. Как топор. Silence. Да иди гуляй. О, нашел. Отдыхай, пацан. Нормально его зашкварило. Мне уже не легко, да, Попкин Кинг, понял, да, Попкин? Попки, попки. Чайный пакетик. Тут есть мясо? Большой, отвали от меня. Сейчас разберусь. А, вот ты где, давай, выходи. Что? Что за магия? Ничего себе. Блин, чувак, я так... Такой херни я со времен... Не, что не видел. А в это время... А вот он God of War играет. Билда. Билда. Какой издание тебе больше нравится, Marvel или DC? Pornhub. Pornhub? Да. Вот, а тут при чем? Они там пиздаться снимают. Но как бы Pornhub не снимают, это база, как бы. Чё ты доебался до меня? Иди сюда, сладенький. Алло! Иди сюда. Вот так, смотри мне в лицо. Смотри внимательно, вот, да, вот таким же лицом. Ты знаешь, кто я такой? Я, дядя тыква. Понял? Ну-ка, опустился к нему, блин, в штаны. Угу. Смотри, пацан, куда пошёл, слышишь? Алло, Вася! Алло, Сахва, ты чё там вар? Сахва, идеологи. Что бы... Вот, смотри, трупик. Трупик? Чё с ним? А? Нолу, гала. Нолу, зэна, нолу, бойла, нолу, зэна, нолу, бойла, катула, катула. Чайный пакетик. А, хорошо. Не, я лучше пойду вдруг. Соня, что ты делаешь? Когда веселая у меня граната. Смотри. Я как бы собираюсь завершать уже. Ей, завершаем под такой кайфный вид. Я фейерверк запущу, на. Да. Короче, ребят, это был, так сказать... Не знаю, что это было, просто это весело. Был короткий обзорчик, ребят. Это больше ничего. Это не был обзор, это какой-то школотронский обзор был. В общем, ребят, спасибо, что... Чайный пакетик.
Да. В общем, спасибо, что посмотрели. Не знаю, ставьте лайки, подписывайтесь. Так, хотите ставить? Чайный пакетик. Да. Если кто-нибудь захочет навалять Лёхе люлей, можете присоединиться. Вот его ник. Одни вопросики. Анонимус хренов. В общем, ребят, с вами был Эмин. И спасибо, что смотрели это видео.